Это директор приходил и каждый обещал. Все купим. Кто доходит до денег, денег нету. Все. На этом и заканчивается. Вы спецовку уже мужикам тоже не выдают. Так. Этим нельзя, не положено, этим не положено. А в чем работа? Что у нас тут автосервис какой-нибудь? Ни слесарей, никого не... Хотя что требуется надо. Отключили энергию, год не было энергии в гараже. Как утром машину смотреть? Надо масло проверить, надо воду проверить. В темную выезжали. Вот бокс стоит зимой, минус 10 температура. А он считается отапливаемый бокс. Минус 10 температура была. И как там загоняют, говорит, ты лезь на яму, ремонтируй машину. Оттуда уходит на больничный. И никому не надо. Вот за этот бокс уже 5 лет, я говорю. Делать надо, крыша течет, отопление не работает, и никому не надо. Да ну работает. Рядом будет соседний бок. Наши стоят тут экскаваторы. Здесь наварили, которые еле-еле ползают, уже по два срока с лишним отработали свое и хотят вот это все постоянно, чтобы нашей техникой уже мы не справляемся. На следующий год вообще замерзли. Болерации текут, это ужас. Как так можно? В этом боксе ремонтироваться нельзя, там холодильник, там зимой воду сливает. Что это за отапка? Вся техника находится у нас, мы как арендаторы, она зачистится в администрации города. Хозяин, администрация будет. Обновление, вот за 5 лет, сколько я работаю, пришел всего лишь один новый экскаватор, да? Да, и бочка. И бочка на дежурку пришла. Газончик.